Так, ну ладненько тогда, чё. Со старта челлендж один сделаю, которую должок у меня еще остался. А, давай ветку еще одну возьму. Еще одну ветку возьму. Много веток не бывает. Но брудап. Снайпер, иди наверх. Путин пока пришел. Не насрала, непонятно, кто будет на виду тогда. А, все-таки здесь брудап. Ну окей, ну как я и думал. Вот, наверное, сейчас думает, дебил, пришел такой, понимаете, против руды стоять. Он сейчас меня пауками просто уничтожит, нахуй. Ничего, ничего, я его на характере просто выиграю. А, она неплохо так раздамаживается. А да я и жопу разомну. А чё это она такая наглая? А жопу-то я быстро могу разминать. В этом я силен. А я смогу первым скиллом шотнуть? Пауканов или нет? Вопрос на засыпку. На Твиче, я думаю, бан бы получил я быстро за этот трек. Ну, там особо как бы не спрашивают. Им лишь бы забанить. Знаешь, статистику пополнить. У меня такое ощущение, у них как будто как у полицаев. Есть статистика, сколько людей надо забанить в месяц. И они просто банят. Им похуй. Типа правомерный бан, неправомерный. Главное статистику пополнить. Так, она хочет меня потрогать. Так и думала. Я не хочу, чтобы меня грязная бруда трогала. Не надо. Блин. Страшно. Блин, тараканов поди наплодила, хуйня. Я охлаждаюсь быстрее. Ай, кусаться. В атаку. О, вулканчики умирают, нормально. Почини. Так, ну лады, жить себя можно, значит, относительно еще. Ля, забивка идет. Ладушки. Не, ну если бы я не вкачал второй скилл, ну, был бы просто шанс, что она меня убьет. Сгрызет, как дебила. А я не хочу, чтобы меня сгрызли, как дебила. Не спорю. Есть пробытие. А в смысле мисс? Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Не надо. Блять, ну Рагуль ты, сука, ну кинь, блять, шрапнель. Рагуль? У меня так в школе одного челика называли Рагуль. У него фамилия Рагулев была. Ядрить ностальжи. Куда собрался? Уту грызет. Квай, ты опять хочешь мут словить со старта? Я сейчас тебе пропишу мут. И до конца стрима будешь мут сидеть. Сидит такой скряга до хуя, не смешно ему. А ну-ка смейся, а то бан. Ноль шмоток, ничего нового. Кстати, вардец бы мне пригодился еще на линии. Ой, камера живет своей жизнью. Все. Да не помру я, что ты паникуешь? У меня все схвачено. Донт паника. Да, еще бы я руну забрал, это было бы хорошо. Что за руна-то была? Рогенка, что ли? Конечно. Ага. Я иду. Фортуна переменчива. Ага. Ты хочешь сказать, ты без своей хуйни такая шустра, да? Асё! Переиграно. Чё эту армию маленьких говнодемонов сейчас сломаю? Я вот что подумал, то было бы неплохо фейзики купить. По прошлом билде я покупал ПТ-ху, но я думал, я сейчас соберу такой же билд, как на Рубика, и оно будет работать. А хуй там. Немного о том, о, как Twitch стал, по-моему, окончательный и бесповоротный. Стримил я там полгода, но после того, как послал одного недовольного зрителя, словил бан на неделю. Короче, приятного просмотра. Там серьезно настолько все плохо? Я так понимаю. Че это пауканчики так бегают? Непонятно. Допустим. Да? Ну, допустим. Человек исчез. Не надо. Лучше, допустим, это гусь. Друг. Друг твой. Друг сейчас. Саляра! Друг. А не только российском. Потому что наши с Украиной рынки крепко переплелись. Не список. Игрок в Доту 2. Украинец Виталий. Его называют сам... Ля, промахнулся. А всего за свою карьеру по оценке Ладушки. Заработал 1 миллион. Блин, сейчас бы помер, как дебил, если бы это вот так вот все произошло глупо. Ядрить было бы неприятно.
Мне вот интересно, когда папе шарет, его соседи охуевают? Он же раньше так орал. О, плюс хуй. Это ты зря. Ты что, фокус фари на меня нажал? Очень серьезно? Ну давай попробуй. Давай, 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 даю шанс. Давай, давай. Мне вот повезло, когда я ору, у меня типа соседи вообще не реагируют. Всем как-то похуй на меня. Ну и соседи такие, знаешь, тоже с приколюхой бывают. Ты ждешь аниме про Dragon Knight? Нет, не жду. Ну мне похуй, просто похуй. Вот насчет этих аниме, вот этого всего. Твою мать! Ты чё? Ладушки. Вот это нихуя себе заявочка! Подожди, подожди, надо себе походу Айон покупать. Чё-то мне не нравится, когда печет вражеский, и как это в моем лесу. Как бы сейчас не окочуриться внезапно. Пили свои сооружения. Чувак, ты чё, необучаемый? Правильно, бойся ЦМки. О, минус у Эрка. Оля-ля. Это будет мое. А можно мне тоже шмотку? Иду, иду. Хочу шмотку. О, шмотку выбил. Правда, хуйню, а не шмотку выбил, которая мне сейчас не нужна. Быстрее. Я только по кулакам. Это вашей магии я не сражаюсь. Мой лед обжигает. Изи. Хотя нет, я просто куплю себе Айон. Чтобы на трапе не помирать, вот как сейчас парень помер. Самое простое решение, как раз деньги есть. Опа, хорошая штука, кстати. Так и думала. Сколько у тебя борода растет? А хрен его знает. Я постоянно ее брою. Ну, у меня есть машинка такая. Триммер вроде как электрический. Он добил, нет? Я ему отдал. Он пингует, я хочу, я хочу. Охренеть, полрыла оторвало. Надо морбиточку еще взять. На пятерке играешь? Я вообще-то мидер кор. Я тут Керри, ЦМ-ка, не надо мне тут. Никакие ваши пятерки здесь не котируются. Ты еще что-то борзел. Так и думала. А это все мне. Вот то, что у меня Айон сработал, вот это максимально паршиво, я бы сказал. Вот сейчас меня Айон похоронил. Просто похоронил. Из-за того, что у меня Айон сработал, я не смог наносить урон. Потом меня пролетает пиявка, отключает. Ну это блин, просто Айон похоронил. Нужно было... А можно переложить Айон, когда я ульту кастую, или нельзя? Блин, очень хуёво. Чё там у Бруды есть-то? А, дизолятор. Хитро какая. Есть вариант... О, Верка кинул, покинул игру. Есть вариант Мейлшторм грейдануть вот эту штуку. И по пруду можно за жопу ловить. И так далее. Минус по вуканчике. Согласна. С как раз с видосом про комп. Я не готова. Я просто катить буду сейчас эту пруду. Ага. Ёб твою мать, я миссанул! Не сейчас. Так, одного похоронил, второго похоронил, третьего похоронил. И живой остался. Ля красота! И до свидания! До свидания! Уроночка. Ух ты ж нахуй. Чё делаю?
Ты сейчас отключился от игры после этого мува. У меня тоже нервы не выдержали, когда тебя ЦМ-ка хоронят. Не-не-не, сейчас диск меня как раз таки спас. Что за мечта, Ярослав? Это жилье собственное, мечта. Ладушки. Двушка в Пензе. Ледяные клыки. О, вот это вот уже можно. Помахаться и на кулаках с такой скоростью. Быстрее. Мой лед обжигает. Блять, бесполезная, блядь, саппорт у нас. Они горящие. Почему не трешка? Ты сейчас это про кого говоришь? Охуенный вопрос. Не спорю. Ну давай я чисто сгенерирую, надюпаю себе $1,000,000 и буду покупать себе жилье элитное. Я просто оцениваю свои возможности, ну. Силы света укрепили свои. Как это называется, уж если правильно. А какого хуя тогда я покупаю варды? Понятия не имею, нахуй. У веника спроси. А и он сработал опять. Купит, потом не поставит, нахуй. И жди, блядь, пока варды появятся, блядь. Веник это вообще пиздец индивид. Ого. Ну вот, я же говорил, нахуй, нету, блядь. Вот я хочу купить варта, а его нет, блядь. Я охлаждаюсь на глазах. Как называется слово, когда человек оценивает правильно свои возможности, а не думает, типа, такой, о, я там стану миллионером и так далее. Типа, куплю себе дохулиард квартир. Подобно волкам Айсака. Вот крутится на языке, а вспомнить не могу. Реалистично отношусь к своим возможностям. Да-да-да, реалист, правильно, спасибо. А, так у них все ливнули уже. Ломайся, хуйня. А кто помер, не понял. Да, центральная башня противника разрушена. Еще ебать. Ля кончился. А, решил себе досрочно похороны подписать. Завещание. Всем спасибо за игру. Венику репорт. Ну чисто соляра.